Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Skylanders Кольцо Героев. Так, получить 800 гемов получили, нифига себе, ребята. Так, 25 осколков мы получили на Хекс. Шикарно. Так, ну это нам не нужно. Да хорош вам уже, да елки-палки. Смотрите, ребята, у нас золото есть. Так, баночки, сундук. Давайте посмотрим. Грилла-дрилла. 5 осколков, хорошо. И энергия. У нас что-то еще на почте, я смотрю, есть. А, ну 25 осколков, понятно. Также валюта. 800. Нормуль. Так, а здесь у нас что? Сообщество. Что у нас тут? Блин, подожди. Я не понял. Ну, сообщество. Запросы на дружбу. What fun? Конечно, принять. Так, список друзей. Список друзей. Не буду пока я ничего, ребята, здесь отправлять. Ну что, мы переходим с вами опять же к тренировке, которая у нас еще не закончилась. Я не знаю, когда она закончится, если честно. Но 95 миссий нам придется пройти, как хочешь ты этого или нет. Если ты получил достаточно камней, желания и кристаллов, давай заглянем в родник души. И я уверена, что мы получим необходимую помощь. Совершить призыв в магазине призыва. Ну, логично, поехали, перейдем. И мы с вами сделаем, знаете, какой? Скорее всего, вот этот вот, высший. Да, почему бы и нет. Потратим 800 гемов и сделаем высший призыв. Давайте смотреть, что нам здесь достанется. Астробласт, нифига название-то. Флэшвинг, это у нас, да, дракон. Здесь нам достается Лайтнинг Рот. И Шэдоу Спитфайр. Крипт Кинг. Слушайте, нормуль, я вам скажу. По-моему, мы его можем пропать. И кто такой? Хай Вольт. Призыв. Кстати, у нас два призыва будет сейчас. Мы можем Флэшвинга еще призвать. Ага, это Андед, нежить. Ё-моё, да он, ребята... Знаете что, я бы сказал, что это не нежить, а то ли полуробот. Причем, знаете, с какой-то фараонской... Отдушиной, можно так сказать, потому что у него вот это вот на фараона похоже, накидочка вот это вот. Эксперт, короче, он 3 звезды у него, атака 41, защита 13 и здоровье 140. Ладно, и вызываем Флэшвинга. Естественно, я хочу посмотреть на него. Что это у нас за такой дракончик будет? Ага, неплохо, я вам скажу. Это у нас поддержка. Слушайте, здоровье, смотрите, 215. Довольно такой крупненький чувачок. Так, ну и вроде бы все, мы с вами выполнили это задание, да? Тренировка завершена. Получить награду, перейти. Забираем. Так, 7500 голды. Если ты думаешь, что можешь пройти дальше в искаженном измерении, сделай это. Войти в подземелье элемента в искаженном измерении один раз. И получим мы с вами красное зелье М3. Поехали. Так, кого мы... Скоро закроется. Через 19 часов. Лабиринт зверя. А я могу вот сюда зайти или нет? Что-то непонятно. Подземелье воды, воздуха, тьмы, света. Слушайте, а вот как же мне сюда вот попасть? Лабиринт, например, зверя. Я в данный момент могу только вот эти вот выбирать. Давайте возьмем, наверное... Во, подземелье магии. Мы здесь, по-моему, еще ни разу не были с вами. Давайте посмотрим, что тут у нас за такие охламоны. Единственное, надо определиться, у нас против магии кто хорошо заходит, как вы думаете? Я вот не знаю лично. Давай посмотрим нашего эльфа. Кстати, секунду, у эльфа, по-моему... Ладно, потом разберемся. Там вроде бы как новые суперудары у него были. И давай, наверное, возьмем льва. Так, смотрим. Все пока отлично. Сюда мы в наблюдатели возьмем с вами... Так, вот этого, Ролла. Ну... Ролла возьмем, Блейса, и сюда возьмем, да, пускай этот, Брокколи будет. Ну что же, давайте забомбим и босса в конце концов накумарим. Ну и дальше будем смотреть, что там будет нас поджидать. Так, значит, мы воюем с вами против магии. Соответственно, слушайте, а что они такие ватные-то, а? Смотрите, мы их разбираем вообще легко и просто. Ну-ка, звездани. Минус. Давай этого хламана. У нас тут, как всегда, три волны будет. Продвигаемся.
Вот охламоны, а. Ладно, давай сделаем так, так и вот так. Я думаю, будет идеально сейчас. Вообще моментально жарим их. А вот этот крепкий, да, мощный удар. Прописывает он моему льву. Ну и тут же падает. Все, сейчас будет, ребята, босс. Так, вот он как выглядит. Босс, разрушитель магии. Слушайте, они все одинаковые абсолютно, эти боссы. Также имеют два вот этих вот элемента. Я так понимаю, это поддержка. Но, слушайте, мы его разбираем вообще изи. Какой-то он салабон. Ну, давай пропишем. Мы будем ходить или нет? Эй! Во! Замечательно. Давай-ка, эльф, забомби. Хотя, я думаю, он не выживет. Опа, ничего себе он там молниями-то штудирует. Да, ребята, ему хана приснилась. Странные приключения. Выполнено. И что мы получаем за него? Ничегошеньки, да? Посмотрим реворд. Ну что ж, неплохо. Так, тренировка завершена. Нам остается получить награду и двигаться дальше. Ну не тайми, давай быстрее. Так, получаем награду. Три красных зелья. Маленькие, я так понимаю, да, это у нас. Попробуй использовать красное зелье на Скайлендере. Если у тебя много зелий, планируй заранее. Какого Скайлендера усилить? Использовать красное зелье один раз. Угу. Слушайте, а вам не кажется, что, по-моему, миссии... Задания как-то повторяются, или мне может кажется? Ну что же, предположим, мы хотим с вами усилить... Блин, может быть, не стоит все-таки на одних и тех же зацикливаться. Давайте попробуем с вами улучшить... А вот этого... На, у него две звезды всего лишь. Давай вот этого вот. Блин, ну он смотрится прикольно. Да? Так, что нам нужно сделать? Использовать красное зелье, да? Значит, берем зелье. Вот так вот попробуем. И усиляем. Уровень повышен. Хорошо. Получить награду. Ой, я что делал? Отменить? Зачем отменить? Мне не надо отменять. Я хочу получить награду. Так, я уже забыл. Это редкий камень всевластия. Понял. Слушайте, подождите. А вот что здесь у нас такое вот в миссиях? Приключения. Ага, понял. Забираем здесь ревард. В общих миссиях получаем с вами опять же маленькое зелье. И миссии дня получаем жетоны. Все вроде бы, да? Хорошо. Поехали дальше на тренировку. Ух, а здесь жарко. Постарайтесь не попасть под вулканический пепел. Конечно, я говорю, это не потому, что я беспокоюсь о своем дирижабле. Больше, чем о вас. Угу, понятно. Низшая эссенция жизни, 20 штук. Кстати, что дает вообще вот эта вот эссенция? Мы пока этого вроде бы не разбирали. Получить 5000, дайте мне сюда. Ага, отлично. Ну что же, вулканический. Ага, вход в вулкан. Это мы с вами прошли. Перепутье в вулкане. Вот здесь мы с вами остановились. Поэтому давайте продолжать. У нас, значит, здесь будет огонь, да? Все огонь. У нас нету, хотя есть стихия воды, но это почему-то идет как компаньон. Это наш не основной персонаж. Это как бы вспомогательный. До сих пор я не понимаю, что он делает, этот шампиньон. Точнее, брокколи. Почему его называю? Мне так и хочется назвать его шампиньоном. Огонь. Ребят, ну, слушайте, а почему? Он же огонь. И мой лев огонь. Но мы наносим ему неплохой урон. Опа. Так, минусанули. Давай вот этот вот брокколи с вами забомбим. Да что? Чё проблема-то, я не могу понять. Очередь написана. Ну, бомбим. Раз очередь. Так, Спайра, ну-ка, зажги там. Блин, у меня все герои стихии огня, кроме эльфа. Эльф только природа. А, нет, вру. Спайра у нас, по-моему, я вот не знаю, что это за значок. По-моему, тень. Могу ошибиться. Не буду, ребят, утверждать. Так, вторая волна. Ага. Вот такой вот ханыга там сидит. Мини-граната. Побух, нифига. Так, ладно, вызываем тоже на этого брокколи. Пускай он тут нам помогает. Я не знаю, что он там делает. Ну, вы как-нибудь уж, ребята, определитесь, кого будете бомбить. Либо этого. Вы и на того перепрыгиваете. Зачем так делать? Все, минус брокколи. Давайте теперь вот этого вот мелкого робота. Замечательно. Так, и вот этого вот чувака. На каком-то
механическом роботе. Ой, смотри-ка, он брокколи оглушил. Ха-ха. Ладно, это нам только на руку. Все, бомбанули. Третий этап. Опять те же самые голодранцы. Ну что же, я сделаю вот так, ребята. Все очень быстро. Быстро и оперативно. Вот этот крепкий. Вы смотрите, да? Блин, смотри-ка, стоит и стоит. Расстрел был. Так, минус брокколи. Ага, минус вот этот вот на роботе. Ну и давайте этот пенек завалим все-таки. Ну, кто-нибудь там будет что-нибудь делать? Все, замечательно. Прошли, тренировка завершена. Соответственно, мы получаем с вами реворд. И двигаемся дальше. Скоро я получу 8-й уровень, кстати. Так, туманное болото средней локации открыто. Даже так, уровень получил у меня. Так, лев, спайра и хот-дог. Что там у нас по реворду? Да ничего, в принципе, хорошего. Почему так мало денег? Всего 206 голдишки подкинули. Курам на смех, да? По сравнению с тем, сколько я зарабатываю здесь. Ну что ж, забираем с вами вот эту вот низшую эссенцию жизни. Куда она нужна, пока не знаю. Я надеюсь, что Skyland скоро вернется в нормальное состояние. Это искаженное измерение приносит столько проблем. Однако этот процесс займет некоторое время. А пока это не произошло, давай продолжим исследование окрестностей. Вводите в подземелье элементы в искаженном измерении один раз. Да елки-палки, мы же это все делали. Что же вы меня терроризируете-то этим, как говорится, подземельем? Ну ладно, хорошо, давай на этот раз мы возьмем... Я хочу вот зверя посмотреть. Посмотрите, ребята, зверя, слез и жизни. Нет, жизни-то ладно, а вот слез и зверя, там какие-то другие совсем эти монстры. А здесь все однотипные, видите, да? Подземелья огня, воды, они очень сильно похожи друг на друга. А вот именно эти разные. Ладно, давай пойдем, блин, я не знаю, ну, давай в землю. В землю нырнем, фиг с ним. Вот тут вот мы с вами должны пройти. Кто у нас тут хорошо пойдет? Ну, я думаю, что эльф неплохо зайдет. Всего лишь 3 звезды, хотелось бы на 4. Сохранено, да? Так, возьмем с вами хот-дога. Шикарно. И возьмем с вами льва. Так, в наблюдателе мы возьмем Блейца. Ролла. Ролл, давай, ну хорош. Ролла возьмем. А в компаньоны возьмем вот эту вот ханыгу. Стартуем с вами. Ну, что призадумалась игра. Так, можно здесь, кстати, я думаю, знаете что, поставим-ка мы автобой. Все, заработал. Я думал, что что-то не срабатывает. Нет, все нормуль. Так, как-то вот долго думает, по-моему, нет? Ой, хот-дог, какой же ты тут слабенький. Причем, смотрите, ребята, у меня эльф 9 уровня и хот-дог 9 уровня, но почему-то эльф в разы круче, в разы просто-напросто. Ну, а Лёва у меня получил уже 10 уровень. А, какой 10? 12 у него даже. Представляешь? Опа, смотри, какой чувак. Ха, это такой же, только, знаете, побольше. Упал он, рассыпался просто-напросто в хламину. Ну... Ну неужели вот этих вот говнюков мы не можем... А, подожди-ка, подожди-ка. Тут же мы с вами перешли как бы на другой уровень. Поэтому, возможно, здесь враг немножечко сильнее. Потому что мы, как видим, он какого? 5 уровня, да? Погоди-ка, ребята, а вот это не уровень. Уровень у нас вот 15-й. Хот-дог у меня 11-й. И лев 12-го. А вот это вот... Кстати, я не знаю, что это вот здесь вот обозначает. 9, 9 и 8. Честно говоря, без понятия. Опа! А, ё-моё. Мне показалось, что это другой монстр. Нет-нет, все то же самое, ребята. Давайте мы попробуем его накумарить. Знаете, а мне нравится вот это вот. Эта система, как, знаете, в «Черепашках-ниндзя легенды». Мы можем с вами на легких этапах включать автобой и проходить, не парясь, не задумываясь ни о чем. И в этот момент поговорить, пообсуждать. Довольно прикольно. Так, ну что, давайте добьем, наверное, мы этого босса элемента земли. Дынц упал.
Фига, он тут злобный. Он тут очень злобный. Ну, последний удар ему осталось. И он будет готовченко. Есть. Накумарили мы его. Главное, что тренировка у нас завершена. Мы продвигаемся с вами дальше. Но вначале посмотрим, что нам здесь выпадет. Выпадает нам вот эти вот хорошие, конечно, штучки. Только я уже, честно говоря, запамятовал, как ими воспользоваться. И причем их нужно очень много. Угу. Не одна, две, а там десятки. Так, ну что же, получаем мы с вами награду. 7500 голды. О нет, на тебя попал пепел. Иди сюда, у меня есть для тебя отличная мазь. Пройти 3-5 легкие, награда 7500, поехали. Ну и что, что на меня попал пепел? Я же не ватный, чтобы сгореть от какого-то пепла. Ну что ж, давайте, поехали. Я думаю, менять никого не будем, так стартанем сразу же, да, с вами. И, наверное, на автобои пойдем. Ну-ка, ся, я думаю, что они здесь разберутся. Тут, хотя 15 уровни, фиг его знает. Ну, кто? Я не понимаю, почему вы разных бомбите, а? Бейте уж кого-то одного. Зачем вы перепрыгиваете с одного на другого? В этом нету никакого смысла. То есть у вас получится не два, не полтора. Опа-на, какая-то бочка прилетела. Минусанули. Не, эльф меня всегда радовал. А вот здесь он как-то слабенько сработал, вы видите, да? То есть есть определенные персонажи, которые рулят против одних. И также слабы против других. Все зависит от нашей способности. Но в данный момент, как я вижу, тут только элементы огня и элемент воды. Причем природа довольно легко справилась с водой. А природа — это у меня эльф. Опа, что сейчас такое было? Это была стрельба. Вот такая вот. О-оу. По-моему, враги становятся немножко сильнее. Слушайте, а здесь есть, интересно, у нас такой юнит-боец, который может хилить? По идее, должен быть, да ведь? Ну? Что за тишина? Давай, эльф. Подожди, а должен быть эльф? Почему-то он не стал ходить. Пропустил ход почему-то. Непонятно. Ладно, давай Спайра. Не зажег, чувачка. Ну? Лев. Блин, ну почти, почти убил. Ну, сейчас, по-моему, мне эльф упадет. Упадет или нет? Делаем ставки, господа. Слушайте, я думаю, что не успеет. Так, ну давай. Добивочный, да. Эльф сделал свое дело. Он отомстил, грубо говоря. Ну что ж, мне это нравится. Так, ну когда же мы там с вами получим уровень-то? Восьмой. Так, смотрите-ка, у меня эльф получил 16-й левел. Опачки. Кстати, надо сейчас посмотреть, сколько у меня баночек. Одну баночку, ребята, мы, если что, с вами оставим, да? Получить награду. Одну баночку мы оставим. Для чего? А для того, чтобы вдруг выпадет у нас задание, и мы сразу могли его использовать. Так, где у нас там персонажи? Я вот хочу, знаете, что? Давай-ка посмотрим вот сюда. Руны. Я могу руну воткнуть, но пока не буду. Трептониумовый палаш, ё-моё. Язык сломаешь, пока выговоришь. Рой и клятва на могиле. Клятва на могиле. Увеличивает силу атаки всех союзников на 3%. Усиление. Ну что, давайте попробуем, наверное, мы с вами. Ага, смотрите-ка, чтобы его усилить, нам нужно, во-первых, 5 осколков, а во-вторых, 3 вот этих вот банки материала. Ну, не 3, а 6, но нам 3 не хватает. Понятно, это усиление, но... Так, материал для усиления. Видите, что нам нужно? У нас это есть, а где вот это вот взять? Низшая эссенция нежити. Вот оно что. Не все так просто, ребята. Тут очень много нужно заморачиваться ради того, чтобы усилить своих скайлендеров. Не все так просто, как хотелось бы. Ну что же, тогда продолжим. Продолжим с вами, ребята, тренировку. Прежде чем отправиться дальше в лес, нам нужно хорошо подготовиться. Для начала давай успешно усилим руны 3 раза. Ну что ж, давай усилим руны 3 раза. Это проще простого, я думаю, да? И для этого вот возьмем с вами эльфа. И будем вот эту вот руну с вами усилять. Непрерывно 3 раза. Ага, сработало. Сработало и...
Сработало. Все, 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 хорош. Кстати, мы сейчас получим с вами осколки. 40 осколков на нашего эльфа. Получить. Замечательно. Еще немного, и наше путешествие по острову закончится. Ну что, ускоримся немного. Синие зелья, 8 штук. Давай ускоримся, я не против. Я только за. Кстати, тут осталось-то, ребята, 2 миссии. И пройдем мы с вами этот вулкан. Ох, хорошо-то как. Давайте быстренько разобьем здесь. 95 миссий. Жесть какая-то. Я представляю, если дальше будет еще какое-нибудь обучение. Так, ну что, автобой, как говорится, да? Пускай он здесь разрулит всю эту ситуацию. Ядовитые споры. Уничтожили сразу же. Укус. Ага. Так, драконий огонь. Замечательно. Несмотря на то, что они, ребят, смотрите, сфера огня, мы все равно их уничтожаем. Легко и просто. Причем вот это вот, если я так понял, тень. Тень против огня вообще заходит на ура. Ну, хотя я не уверен, что это вот элемент тьмы. Черт его знает. Нет вот этой вот шкалы. Я не помню, где она находится, где мы можем посмотреть, какой элемент что означает. Так, ну-ка давай. Ну давайте эту бочку тогда уже грохнем, в конце концов. Есть. Блин, вот так вот. Ну теперь этого остается добить. Это только лишь вторая волна у нас, еще будет третья впереди. Ну кто-нибудь... Опа, у него массовая атака, вы видели? Понятно. Кстати, вот этот чувачок, брокколи, знаете, что он делает? Он снимает с нас дебафы. Вот что он делает. Я только сейчас это увидел. Ну что? Так, а можно тут, наверное, и почитать, да? Исцеляет союзника с наименьшим уровнем здоровья и уменьшает время действия дебафов. А, вот, на один ход. То есть, если на мне висит дебаф, да, у которого один ход, он его просто может сразу убрать. Вот в чем суть этого брокколи. Так, ну что, давайте, наверное, мы с вами добьем. Так, брокколи упал, бедный, погиб. Судя по всему, да? Но через 30 секунд, грубо говоря, он опять восстановится. Хм, нифига не получается. Давай, добили, отлично. Ну что же, 3 из 3, завершена тренировка у нас. И мы с вами получаем свои призы. А и совсем немножко остается, ребят, чтобы уровень получить. И также он у меня получает лев уровень и ролл. Ролл 8 левел получил. Причем он, по-моему, не участвовал у нас вообще нигде. Переходим. Так, интересно, мы можем какие-нибудь с вами постройки новенькие сделать? Да, по идее, конечно, можем. Получаем 8 штук синего зелья. Ха, шикарно. Хм, я чувствую какой-то запах и пахнет очень вкусно. Однако, такой пряный запах. Что это? 50 кристаллов мы с вами получим, да? Победить шеф Пеппер Джека? Ха, шеф, такое впечатление, что это какой-то повар. Ребята, это, по-моему, и есть какой-то чувак, ну, посмотри на него. Напоминает мне перец. А это, по-моему, и есть перец, смотрите. Вот стручок. По-моему, да. Прикольно. Ну что ж, давайте, наверное, попробуем. Шеф, да, это и есть шеф-перец, ребят. Тут так и написано. Поехали, первая награда. Тут у нас все огонь, да? Смотрите, горячий перчик. Я думаю, что он будет жарить. Но мы-то не будем, как говорится, смотреть и любоваться. У нас есть с вами стихия природы, есть стихия тьмы. Будем сейчас разбирать. Так, здесь плохо. Вот огонь на огонь как-то не очень хорошо заходит, да? Тьма против воды тоже херовенько идет. Вот, зато, смотрите, природа против воды вообще идеально заходит. Так, тихо, 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 не надо буянить, давайте мы это все дело отключим. Огонь, жги воду, жги воду. Ну, вот, отлично, молодец, малорик. Да куда ж ты, я вот этого хотел, ну, фиг с ним. Куда бомбанул, туда бомбанул. Так, а у нас, кстати, здесь всего 2 волны будет. Вот что я хочу сказать вам. Это первая, вторая уже будет босс. Так что надо сосредоточенным быть. Ну, где там этот
Перец, нифига. О, пепперджек. Пепперджек, ребят, это, по-моему, самый острый перец. Погоди, что это за странный запах? Это же пепперджек и его ужасно острое блюдо! Кричит Хьюго. Судя по запаху, я могу сказать, что он плохой повар, говорит Спайра. Уверен, что с подобной едой добрых дел не совершают, отвечает Калли. Давай остановим его и узнаем планы рейдеров погибели. Хм, я только за. Ну что же, ребятульки, давайте начнем потихоньку разбирать. Опачки, что он там бросает в нас, какую-то гадость. Свои мелкие перчики, наверное, бросает в нас. О-о-о-о-о-о-о-о, что это он такое делает, ребят? Сейчас что-то он хочет сделать. Я не должен позволить ему, ребят. Что он крутит свою херню, свою эту мясорубку закрутил? Мне не нравится. Опа! Ты смотри, ребят, он чуть-чуть бы и подбил мне эльфа бы. Вот так вот. Огненное дыхание. И он все-таки подбил его. Взрывающиеся перцы он бросает. Блин, опять, ребята, он свою мясорубку врубает. Блин, у меня же лев, он же огонь. А это значит урон совершенно хреновенький. Так, мы его оглушили. Мы его оглушили с вами. Блин. Так, брокколи, давай вылази, что там сидишь? Опять бросает свои перчики. Слушайте, ну у него не так много здоровья, нам бы лишь бы его подбить. Нам нужно, ребята, как-то его победить. Ай-яй-яй-яй-яй, как больно. Спайра, бедненький, у меня сейчас... Сейчас взорвется, по-моему, он. Все, остается только лев. Блин, и у нас тоже здоровья, кстати, не особо много, посмотрите. Ну, я успел его бомбануть. Ух. Ребята, всего лишь один герой у меня выжил. Эй, Пепперджек, тебе не кажется, что пора сменить профессию? Такую острую еду невозможно есть, и она просто ужасна. Как ты посмел насмехаться над моим мастерством? Как только я добавлю последний ингредиент, блюдо всей моей жизни будет готово, говорит Пепперджек. Секундочку, позвольте мне добавить щепотку тьмы, и можете наслаждаться. Скоро все будет готово. Приготовься, будет очень остро. Мои догадки были верны. Рейдеры погибели, пытаются использовать силу книги темной магии по своему желанию. Мы должны сообщить об этом мастеру Иону. В прошлом было много известных, а также бесчестных мастеров портала. Те мастера портала, что на нашей стороне, очень храбрые и миролюбивы, такие, какими они должны быть. И мастер Ион один из них, он один из величайших мастеров портала всех времен. Нет такого заклинания в Скайленде, которого бы не знал он, и нет ни одного Скайлендера, которого бы не знал его. И, конечно, мы не можем забыть его узнаваемую бороду, он и правда ее любит. И мы не можем забыть мастера портала, который спас нас. Во времена, когда надежды уже не было. Великого мастера Висбита. Мастер Висбит, легендарный мастер портала, один из последних, кто противостоял ужасному королю Нефариану. Мы также должны помнить тех, с кем мы сражаемся. Мастера темного портала также не могут быть забыты. Семья Каоса – одна из самых печально известных семей темного портала в Скайленде. Коссандра – та, кого можно назвать матерью всего зла в Скайленде. Она использует магию страха, чтобы управлять темными силами. Она очень сильная, и нам не удастся просто так ее одолеть. Она также является матерью другого знакомого нам мастера темного портала. Каоса, рожденного, чтобы сеять хаос. Обалдеть. Ну и ребята, и истории, да, здесь? Так, победа, шеф Перец отдыхает. И у нас Нагорье открывается. Причем зеркальное. Неужели я получил 8 уровень, а? Отлично. Так, награда за первое прохождение 50 гемов. Так, что это? Одно какое-то там у нас, один осколок какого-то чувачка. Ну что же, переходим. Тренировку мы все-таки с вами завершили. И смотрим, что дальше. Получаем награду. Так. Эй, мастер портала, как развивается твой город? Существует очень много полезных сооружений, хранилища, в котором можно получить золото, волшебное хранилище с кристаллами и многое другое. Построить любое сооружение один раз. Давайте перейдем и построим. Погоди, зачем ты меня сюда отправил? А, вот, сооружение, да? Ну, давай до одного раза. Маленькое дерево роста. У нас такого, по-моему, нету. Купить. Вот давайте его куда-нибудь вот сюда вот. Да подожди ты. Да ё-моё. Ты будешь перемещаться, во. Вот здесь, самое место, да?
Отлично, мы с вами завершили тренировку, переходим и забираем свиток обмена. Редкий. Но получить награду. Так, что это нам тут? Спайра. 10 осколков достается. Хм, неплохо. Опять синее зелье, да? Я знал, что на протяжении всего этого времени у мастера Иона был план. Все наши старания были не напрасны. Давайте не забывать его слова и продолжать наш путь. А никто ничего не забыл. Ох ты. Добро пожаловать обратно, мастер портала. Я вижу, что вы все в порядке. Молодцы, говорит мастер Ион. Если рейдеры погибели, доберутся до книги, все их желания будут воплощены в реальность. И что ты предлагаешь? Пока вы продолжаете свои путешествия, я буду всегда поддерживать вас издалека. Похоже, твое следующее место назначения – Зеркальное Нагорье. Элемент ветра там доминирует, и, скорее всего, ты встретишь могущественную Дримкэтчер. А где? У меня ветра нету. И он, что мне делать? Она может контролировать твои сны. Будь осторожен и не попади в ловушку. Удачи, мастер портала. Спасибо тебе, Ион, но ты сказал про ветер. Где мне взять элементы ветра? Зеркальное Нагорье. Ну что же, ребятушки, наверное, мы с вами пойдем в Зеркальное Нагорье в следующей серии. Я думаю, что это будет справедливо, да? Так что всем пока, всем удачи. И до новых, ребята, скорых видосиков.